4 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан под председательством Ильшата Гафурова. Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшат Гафуров поздравил коллег, которые были избраны на должности ректоров своих вузов. Основной темой повестки дня стало расширение международных связей вузовского сообщества республики. Участниками заседания стали члены Совета ректоров вузов и приглашенные гости, которые обсудили прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам. Президентом республики поставлена задача повышения качества подготовки студентов из Узбекистана. Для этого предлагается открыть в Узбекистане образовательный центр по подготовке целевых абитуриентов к поступлению в КФУ, отбора наиболее способных абитуриентов. Предполагается, что по итогам предвузовской подготовки в образовательном центре КФУ будет осуществлять целевое обучение граждан Узбекистана по специальностям, наиболее востребованным для страны. Особое внимание было уделено адаптации иностранных граждан в новой непривычной для них среде. У нас два университета. Это наш федеральный университет и Казанский химико-технологический университет. Постановление правительства Российской Федерации стали центрами экспорта российского образования среди 20 вузов России. С моей стороны, если позволите, тоже предложение рассмотреть возможность создания дома иностранного студента, где бы мы все вместе координировали наши действия, где были бы реализованы проекты по адаптации к нашим условиям. Особо остро в стране и республике стоит вопрос пожарной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. В связи с трагедией, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня», сейчас уделяется особое внимание усилению работы противопожарной безопасности. Ведь на данный момент в вузах Татарстана обучаются более 100 тысяч студентов. Два решения о закреплении в каждом образовательном учреждении высшего, среднего и общего образования должностного лица, который бы был ответственен за вопросы обеспечения безопасности. В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством с Республикой Узбекистан, рассмотрение итогов деятельности движения студенческих трудовых отрядов в вузах и основных их задач на 2018 год. Встреча завершилась рассмотрением проекта положения о Совете ректоров вузов Республики Татарстан и о создании при нем Межвузовского комитета по международному сотрудничеству. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.